Все новости. Селангор разгромил Куала-Лумпур в первом матче 1/4 финала Кубка Малайзии 8 апреля 2018 года. 9 часов 38 минут футбол. Прочие турниры. Состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Малайзии между Куала-Лумпур и Селангором. Гости одержали уверенную победу 3-0. На 19-й минуте счет открыл бразильский защитник Селангора Виллиан, а вскоре отличился испанский нападающий команды Руфина Сеговия. На 26-й минуте положение Куала-Лумпур стало критическим, после того, как нападающий Гильерме получил красную карточку. В концовке поединка Сеговия забил свой второй гол, обеспечив гостям крупную победу. Ответная игра между Селангором и Куала-Лумпур состоится 21 апреля. Видеообзор первого матча можно посмотреть на чемпионате. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарии: 08 апреля 2018 года, 7 апреля 2018 года.